во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, человеческое явися поклонение. Крещенский сочельник. Время традиционных в России крещенских купаний. В эту ночь в городском округе Щелково было организовано 12 купелей для верующих. Во всех точках оборудованы места для переодевания и организованы дежурства сотрудников экстренных служб. Поздравляю всех щелковцев с наступающим крещением Господним. Хотелось бы отметить, что крещенские купания – это уже старая добрая традиция, которая закаляет дух, характер человека. И отрадно видеть, что многие приходят с семьями, с детьми. Это, конечно, не может не радовать. А мы постарались сделать все для того, чтобы купание в этот прекрасный праздник было комфортным и доступным для всех. Обеспечили и безопасность, и освещение. Здесь, в городском парке культуры и отдыха, организовали крещенскую купель. И не только купель, но и специальные места, где можно переодеться. Вот, например, женская раздевалка и мужская. А также, говорят, здесь дают горячий чай, который можно согреться после самого обряда. Организовали все не просто безопасно, но и красиво оформили. И пусть зима не наградила снежным покровом и реки не покрыла льдом, выход из такой коллизии все-таки нашли. К сожалению, в этом году льда нет на Клязьме, поэтому купель, скажем так, на берегу. Но, тем не менее, если обратить внимание, лодка находится у пирса, спасательные средства все в наличии на случай каких-то непредвиденных ситуаций. Многие в этот день пришли просто посмотреть, но и были, конечно, и те, кто шел окунуться в освященную воду. Они смогли приобщиться к священнодейству. Какое-то внутреннее очищение. Все-таки вот была молитва, да, сначала, то есть всегда стараемся слушать. И, наверное, умиротворение какое-то вот для себя, подведение, наверное, итогов за год. Анастасия Чернявская впервые совершает обряд купания. Говорит, пример мужа, который уже знаком с традицией, вдохновил. Да и самой ей очень понравилось. Решилась окунуться. И если не в прорубь, так в купель. Мы только что со службы пришли сюда и хотим искупаться. А то, что зимы нет, не смущает? Льда нет, в прорубь окунуться не смущает немножечко. Хотелось бы, конечно, полного спектра ощущений, но как бы пускай попробуем первый раз так. Погода нас миловала пока что. Хорошо, сначала водичка тепленькая. Первый обряд в этом году совершил и Иван Калашников. Эмоции очевидны. Я знаю, что вы впервые, да, нырнули сегодня. Как ощущения? Поделитесь. Вы знаете, действительно, как говорили мои друзья, что купание в ледяной воде в крещении – это совсем другое, нежели купание там моржевания, например. И поэтому, видимо, вот эти какие-то божественные силы, они вселяют нас, добавляют нам какой-то энергии и тепла, и нет ощущения, что ты там замерзаешь. Пришли сюда и те, кто не раз совершал крещенское купание. Их сразу видно – спокойное погружение в воду и такой же неторопливый выход. Нам-то не страшно, мы же моржи. Для этих людей погружение в проруби в зимнее время скорее естественно, но крещенское купание все-таки носит особый характер. Конечно, каждый сам определяет, для чего он совершает этот обряд, но в целом люди приходят с верой и желанием приобщиться к чуду крещения и очистить, в первую очередь, мысли, а значит и душу. Красиво и очень душевно также прошли купание в Гребнево на территории усадьбы. Здесь было организовано дежурство экстренных служб и раздача горячего чая из именного самовара. И, конечно, по традиции люди шли в храмы за крещенской водой, которая славна своими целебными свойствами. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.